Голосуют ногами. За этот год с Днепровского металлургического комбината уволились почти 2000 человек. Они ищут лучшей судьбы за границей. Из-за оттока людей комбинат может остановиться. ДМК – основное предприятие в Каменском. В этом году из-за войны и торговой блокады завод практически полностью остановился на 4 месяца. И город, по сути, замер. Поддержать металлургов приехал нардеп от оппозиционного блока. Он рассказал, что пакет законопроектов в рамках стратегии «Новая индустриализация» подан уже в Верховную Раду 2 года назад, но его так и не рассмотрели. От работы таких предприятий, как ДМК, зависит жизнь в нашем городе. И таких рабочих городов очень много. Надо создать все условия в нашей стране, чтобы предприятия развивались. Из-за войны и бездарной экономической политики одно повышение ЖД тарифов на 72% чего стоит. ДМК за последние 4 года снизил производство металла практически в 2 раза. 4 месяца вообще простоял, сейчас как-то начал выкарабкиваться. И в этой ситуации наши законы о поддержке промышленности просто пылятся в Верховной Раде и даже в зал не выносят. Они занимаются скандалами, криками, выяснением между собой отношений, переименованием, но только не промышленностью и только не людьми труда.